А, здрасте. Гробовщика покрасьте. Продолжаем очередную серию гробовщика. Ваш капитан. И, кстати, хотела вам еще сказать в начале видосика, судя по некоторым комментариям, не все смотрели мой видеоблог, в общем, видео, в котором я рассказываю про изменения, поэтому я повторю сейчас в начале для тех, кто не видел или там не хочет смотреть или не нашел. В общем, в последних видосиках, вот в этом тоже, в описании видео будут все ссылочки, куда я переместилась, где я есть, где найти, чтобы вы не потерялись, мы не потерялись, чтобы вы были на связи. YouTube пока работает, продолжается, поэтому видосы, пока он работает, тут выходят. А если вы хотите попасть на стрим, посмотреть стрим, пообщаться, поиграть на стриме вживую, ссылочка будет в описании. Мы теперь стримим на Трово. На Твиче стримы не выходят и, я думаю, не будут, скорее всего, выходить. Если кто-то хочет поддержать, подписаться и прочее, есть ссылочка на Бусти. Ну, а кто-то, если хочет поболтать, не знаю, написать что-нибудь приятное и вообще периодически следить за новостями, добро пожаловать в Дискорд. Ссылка на Дискорд тоже будет в описании видео. Все вроде сказала, везде пригласила, все озвучила. Давайте играть. Поехали. Что я тут за кадром сделала, кстати? Я поняла. И ребят мне тоже писали. И я сама поняла, что все, не могу я больше без зомбиков. Мне очень нужна их помощь, потому что сейчас и камня нужно будет много. И, в общем, нужно будет разрабатывать карьер. Поэтому я все тут насобирала, что необходимо для этого дела. Поэтому мы сейчас переместимся в карьер и там все построим. Блин, надо было поспать, да? А я могу и здесь поспать. А давайте здесь поспим. Почему бы нет? Ладно, сейчас мы потратим немножечко. Так. Сейчас мы тут все построим. Во-первых, мы сделаем зомби-шахту левую. Давай. Вот так вот все. Ты типа построилась. Молодец. Дальше. Зомби-шахту камню правую. И ты у нас построилась. Класс, как мы все быстро сатероем. Станцию грузчиков делаем. Так, где тебя мы поставим? Где ты у нас будешь-то? Подожди. О, тут, блин, дерево. Я бы хотела ее, кстати, сюда поставить. Так, сейчас отмена, отбой. Давайте мы это дерево уберем, снесем, вырубим. Что он тут нам мешается? Ишь ты, какое наглое дерево. Так, мы вот это вот тут, сюда вот это двинем. Корешок выкопаем и тебя тоже отодвинем. Все, теперь вот будет у нас здесь станция грузчиков. Отлично, все. Так, дальше. Склад камня нам нужен очень. И ты у нас будешь... Так, а что у нас там сейчас? Подождите. У нас тут склад камня, железные руды и мастерская, да? Ну, наверное, да. Склады будут внизу, мастерские наверху. Вот так вот. Так, вот так. Или вот так. Вот так. Или вот так. О, определись ты уже, пожалуйста. Ладно, вот здесь будешь. Так, это у нас склад камня. Теперь нам нужен склад железной руды. О, ты поширше будешь. Давай мы тебя... Ладно, блин, через квадратик мы тебя построим. Даже вот так вот. Блин. А вдруг мы еще один захотим? Ну, поместится, да? Сколько там? 5 клеток? Да, все, поместится. Есть. Так, мы, значит, поставили станцию грузчиков. Склады поставили. Мастерская камнетесная. О, ты худенькая какая. Слушайте, а надо было ее, наверное, между вот этих вот поставить. Ну, ладно, уже поздно. Так, как тебя-то повернуть? Тебя только так, да? О, вот здесь тогда и будь. Так, и ящик. О, на ящик уже не хватает деталек. Ну ладно.
Ящик мы так, простые железные детали, надо две штучки. Чуть-чуть я не рассчитала. Сейчас мы вот здесь вот все построим, что нам нужно. Давай, стройся. И осталось нам теперь зомбиков надобывать. Мы это сейчас сделаем. Сейчас положим морковки нашему ослу. И это не оскорбление. Так, вот этот куст мне тоже бесит. Что он тут вырос? Добудем же с него палки. Так, и еще сейчас я гляну, нужно ли вот здесь что-нибудь. А, не нужно. Все, они тут сами справятся. Надо только кого-нибудь положить. Нам нужно три зомбика и того, да? Один в правую шахту, другой в левую и один на погрузку. И будет нам счастье. Только нужно вот этот пенек тоже убрать. Он тут валяется. Все, замечательно. Так, осталось нам две детальки, простые железные. И хорошо будет. Мы, кстати, не можем, да, с камнем, ой, с деревяшкой перемещаться. Ну-ка, сейчас мы проверим. Милый дом. О, нет, можем. Вот это лайфхак. Вот это я понимаю. Так, что-то у меня тут приготовилось. Ага, слиток стали. Хорошо. Давай, ты тут полежишь. Так, две детальки. Вот, простые. Давайте две штучки возьмем. Ну, возьмись. Две штучки. Окей. Так, наверное, этот не работает еще. Давайте пойдем поспим немножечко. Сейчас он должен отлично выспаться. Ваша Ванга. Замечательно. Так. Теперь мы опять в карьер. С места в карьер. И строим ящик. Вот здесь мне нравится будет ящик. Все. Нет, не все. Теперь еще бревнышки с собой. Все, теперь у нас точно есть ящик. И классно. Так, давайте не телепортируемся. Мы, ну, пойдем потихонечку к дому. И что? Пойдем мы к дому и сейчас положим морковку для нашего осла. И пусть он нам привезет новых постояльцев на роль зомбиков. Будем делать из них зомбиков. Нам надо. А ты кто такой? Ты что там ходишь? А, понятно, это эти все вселенцы. Угу, замечательно. А, тебе грузить нечего, да? На, вот тебе. Блин. Зря я так сделала. Надо было сюда его положить. Нам, кстати, надо не три зомбика, а четыре. Еще одного сюда. Точно, я же забыл совсем. Ну, сейчас мы так сделаем. Все будет отлично. Соберем ягодок немножечко. Кстати, надо бы здесь этот отремонтировать, да, починить. Да, четыре детальки, две бумаги. Мы сейчас положим морковку, и пока будем ждать осла, мы, наверное, отремонтируем ульи. О, слизняшки разгулялись на болотах. Слизнявый день. Так. Вот еще. Надо будет, кстати, попробовать тортик сделать. Там он какие-то шарики должен добавлять вкусненькие, дополнительные. О, пчелка. Что-то мы тут идем урожай наш собирать. Как раз давно там уже все выросло, а мы ничего не собираем, игнорируем. А нельзя так. Можно будет еще хлебушка напечь. И котлеток этих, как его, свеколковых, вот, а морковные оставим себе, даже, наверное, не котлетки морковные, а из морковки наделаем этот, там, салатик можно делать. Так, а что, у меня место, да? Нет, сейчас будет, сейчас все будет. Так, семена сюда, сюда, сюда. Надо. А, вот этот компост тоже сюда. Блин, компост тоже дофига надо будет. А он у нас, кстати, мы его не изучили. Надо будет его изучить.
Потому что он нам нужен. Возможно, что-то из него будем делать. Ну и в любом случае торф из него делается. А из торфа нам очень нужно... Это, скажите мне, я вам отвечу. Из торфа делается удобрение. А нам надо удобрение. Я, кстати, вот не посмотрела, у меня там осталось что-нибудь или нет. Что, опять все заполнено? Ну, блин. Надо освободить, конечно. Есть у нас... Да, удобрения качества. Еще 5 штучек есть, но этого мало. Надо еще удобрений понаделать. Так, сейчас вот мы вот так. Надо еще, наверное, ящик будет сколотить. Так. Вот это вот не сюда, вот сюда. Вот. А вот интересно. Ну ладно. Хотела я узнать, мне же там нужно было для улья что-то еще. У меня, наверное, что-то было. Я сейчас все выложу, ничего не будет. Так, мед надо вот сюда еще сбросить. Давай сюда. Так, пшеничку. Медок. Из капусты у меня ничего. Вот у меня капуста копится. Надо и капусту бы по-хорошему в еду нашинковать. Какой-нибудь салатик. Там есть квашеная капуста, но посмотреть, что он там дает. Ой, нет, не надо, подожди, не надо сажать, надо собирать. Как раз нам нужна очень морковочка. Мы сейчас... Нет, не надо сажать. Да, собери ты уже ладошку свою. Наведи, куда нужно. Так, сбросим уже сюда. Вот, вот. Все вроде, да? Да. И пчелку сюда тоже посадим. Да, уже ящик, конечно. Так, грибочки сейчас соберем. Не могу, люблю грибочки. Ягодки, грибочки у меня в садочке. О, надо еще будет с Дигом поговорить по поводу земли. Я вот не помню, куда нам нужна была земля, но куда-то нужна была. Так. Во, добренько. Что-то как-то криво ты. О, еще удобренько. Да, не особо-то хватит. Ну ладно, может сейчас что-нибудь понаделаем. Да, надо еще удобреньку. Ну, а тут серебряно-звездная. Так, кстати, надо торф, наверное, сразу забрать. Там, по-моему, точно торф нужен. Сейчас мы это дело проверим. Так, заберем торф. Я не хочу просто так впустую в грядке сажать. А бы чего? Хочу, чтобы это с пользой было. Так. Я уже забыла, где там у нас удобрения делаются. Так, удобрения. Ну, не на письменном столе точно. Вот, может быть, нет, не здесь. Тут нет никаких рецептиков. Наверное, вот здесь тогда. Так, бумага, бумага. О, кстати, нам нужна была бумага для этого, для ульев. Сразу ее сделаем. Так, тут все бумажное, веревочки, инъекции. О, вот удобрение, качество. Так, нам нужен усилитель роста. Угу. Так, подожди. А тут, да, торф и усилитель роста. И будет у нас удобрение первого качества. А усилитель роста, пепел и чё? Раствор жизни. Оу, раствор жизни. Так, из чего ты у нас делаешься, дружок? Ты у нас делаешься из личинок желтого цветка и мозга. Насколько я помню. Так, сейчас мы сделаем. У нас тут надо было вот еще личинки с собой захватить. У меня нет ни желтого цветка, ни личинок, есть только мозг. О, стоит ли его сюда тратить? Ну, давайте потратим. Создать. А мы пока сбегаем за личинками и за желтыми цветочками. Так, вот сюда. По-моему, у меня, может быть, вот здесь в этом ящике есть цветочки. Сейчас посмотрим. Есть? Нет, желтых нет. Ну и ладно. Тогда за личинками сходим. Пока там делается. Сейчас удобренник сразу сделаем. Ого, вот это
поливает. Чё ты поливаешь? Я еще ничего не посадила, он уже поливает как не в себя. Так, о, как раз желтые цветочки, личинки забираем. Хорошо. Сейчас понаделаем жизненного раствора. И надо будет, кстати, его изучить. За это тоже дает синие шарики. Они нам в любом случае понадобятся. 100%. Блин. А, стоп. А чё ж я балбес? Я балбес, да-да, я. Надо ж работать. Ну ладно, сейчас мы переложим вот сюда. Я тут что-то думала, как в кубе он сам капает. А нет, тут поработать ручками придется. Вот, есть. Ну, кстати, с мозга 2 выпадает. Давайте еще. Че уж, потратим мозги. Если что, еще добудем. Создать. Так. Ну и еще вот парочку. Дай мне где. А почему ты? Стоп. А че ты? Я ж тебя в ящик положила. А, ты не изучена у нас, и ты не изучена. Окей, ладно, сейчас изучим. Давай тебя одну из возьмем. А, зачем? Мы сейчас отсюда и заберем удаленно. Так, давай тебя изучим. Где-то там цветуёчек желтый. Вот. Ага, науки нет. Ой, блин, бумага. Так, а тут у нас в стеллажах нет? Нет. Блин, придется бумагу заново делать. Ну ладно. Разложить, разложить, разложить. Все. Так, теперь изучать. Изучать, изучать. Тебя. Давайте. Окей, на жидкости, на эссенцию. Хорошо. Шарики поползли. Так, дальше личинку исследуем. Тоже на жидкости, на эссенцию. Замечательно. А теперь хочу сам растворчик изучить. А он у меня... Ты какой? Экстракт порядка, нет. Вот, раствор жизни. Изучаем. Должно привалить синих шариков. Окей. Ой, блин, совсем чуть-чуть. Чё за жадины такие? Ну ладно. Так, мы покушаем немножко. Сегодня не будем спать. Так. Сейчас мы все это дело разложим обратно на место. Так, личинки, цветуёчки. Растворчик мы все. Ой, нет, подожди. Не туда им. Но вот сюда. И у нас тут растворчики. Потом, когда забьется, туда, наверное, вниз переложили. Еще один сделаю. Так, все. Готово. Готово. А, мне надо сделать усилитель роста, точно. Забыла я совсем. Усилитель роста, все классно. Вот прям на все 6 сделаем экстрактов, эссенций и прочего, прочего. Блин, почему за усилитель роста шарики не дают никакие? Что за беспредел? Ну ладно. Так, вот сюда тебя вот переместим. И теперь, наконец, удобрение тоже сделаем. О, 40 прям. А, давайте. Нет, не давайте. Ну, вот прям по максимуму сделаем, сколько можно. И тоже шариков не дают никаких. Чтоб уже по поводу удобрений не заморачиваться. Да, обидно, обидно. Ну и ладно. Зато у нас есть 50 удобрений. У нас сейчас будет супер-пупер удобренная грядка. Классной морковкой, свеклой. Надо будет там еще выращивать. Нужно лук повыращивать. Он там дает экстракт токсичности, а он нам нужен тоже. Так, сейчас мы это вот все. О, личинки, это хорошо. И торф тоже хорошо. Нам личинки теперь нужны. Так, вот это сюда все. Вот я тут натоптала от души. Давай, это у нас получается с серебряной звездой. Надо будет потом сделать еще с золотой. Так, нет. Вот у тебя мы готовы. Тут все, теперь торф нам не нужен. У нас теперь супер-пупер удобрение есть. Вернись. Сюда, молодец. Так, подожди ты. Сюда, вот.
А вот здесь у нас как раз торф, да? Ну и ладно. Пусть будет. Так, давайте сажать. Что у нас тут? Пшеничка. И тут пшеничка. И все, больше пшенички не хватит. Так, свеколка. Еще. Так, как раз хватит еще на две грядки. Не, подожди, у нас там еще осталась свеколка. Мы можем. Все, класс. По-моему, на одну больше свеколку посадили теперь. Так, капуста. Капуста получается побольше. Видите, когда качество удобряем покачественнее, то и семян больше собираем. Так, морковка мне нужна. Вот морковка. О, что-то я как-то мимо промазала семенами. Ветром сдула. Так, морковка. Давай еще. Да? А все, не хватает ничего? Да, все, морковки, да? Да, не хватает. Больше ничего посадить не можем. Ну и ладно. Так, все, класс. Теперь надо ящик заполнить. Призвать осла, так сказать. Давайте же это сделаем. Так вот, все нормально. Так, а тут ему... О, кстати, тут тоже можно ящик. Ну, попозже ему построим. Пусть подождет. Сейчас я вот выкопаю бревно. Не могу на этот пенек смотреть. Такой он какой-то бесит меня. Так, и ждем, значит, поселенцев. А пока давайте улей построим. Ну и, кстати, можно этому ослу все-таки ящик сколотить, раз мы ждем. Просто я хочу... Кстати, к зомбику сначала. Давайте сейчас посмотрим, что там на улей. А мы как раз посмотрим, что нужно на улей. И сходим... Кстати, желтые цветочки. Сходим к зомбику. Поставим его на добычу дерева. Блин, ночь пришла. Сейчас эти будут летать тут, понимаешь ли. А что-то не летают. Ну и ладно. Вот, переставим его на добычу. И что, и все. Так, 4 бруса, 4 деталики, 2 бумаги. Хорошо. Вот, пока мы... Вампира мы продолжаем, да, искать. Просто нам там нужны будут полированные камни. И, в принципе, сейчас камней нужно будет много. Поэтому я решила уж заморочиться на зомби. Так, 4 бруса, да, 4 детальки, 2 бумаги. По-моему, так. Сейчас я проверю. А то я такой товарищ... ненадежный в плане. Да, 4 бруса, 4 детальки, 2 бумаги. Окей, давайте же сделаем это. Сейчас вот желтый еще цветок соберем. Прям много. Мотыльков понасобирали. Можно будет на рыбалочку сходить. Там нам все равно, по-моему, еписке нужно рыбу половить. По-моему, у меня все есть. Бумагу, да, я потратила, но мы ее сейчас сделаем. У нас вроде тоже для этого все есть. Так, 4 брус, 4 детальки простые. Ты какие? Простые. Вот мне нужны 4 штуки. Дай сюда, пожалуйста. Спасибо. Так, теперь 4 бруса. О, как раз все у нас заготовлено. Мы запасливаем мыши. Так, и за бумажкой. За бумажкой. Надо будет, кстати, выложить еще продукты и заказать, пусть готовится. Деньги нам тоже нужны. Деньги нам очень важны. Так, бумага. Там ты, по-моему, делаешь, все уже запомнила. Так, бумага, да. Чистая бумага делаем. Мне нужно всего 2. Поэтому я выложу, чтобы лишнее не носить с собой. Все, можно сделать будет улей. Класс. Будет у нас медок теперь. Медовый. Будем делать медовики. И тортик, кстати, надо испечь точно. Я об этом почему-то забыл. Так, да, все правильно, я иду. Да, мыши что-то ночью куда-то подевались. Я их всех, походу, распугала.
правильно, нефиг тут летать. Так, давай, починить. Починись. Чё? А, работать. Работаю. А, вон как построить. О, блин. Я-то думала, что появится наивная душонка. Так, ладно, вот как будет 10 пчелок, тогда и задумаемся. А что-то не было, да, у нас делинка? Ну-ка, соберем, кстати, может, пчелка... А, не хватает. Сейчас, подожди, я покушаю, у меня тут все хватает. Этот... Да, вот еще пчелка. Не было делинка, а постояльцы новым, по-моему. Сейчас мы проверим на всякий случай. Может, я просто не услышала. Есть тут? Нет, никого нет. Не приезжал еще. Сейчас мы тогда закажем еду. И... И, по-моему, я там... О, три мотылька. Так, грибочки сюда. Морковку оставшуюся сюда. Вроде бы все. Так, ну у нас вот этих вот морковных дел-то вроде хватает, да? Да? Да. А, вот это хлеб, это на продажу, кстати, о птичках. Так, что мы можем приготовить? Вот еще хлеба можем приготовить. Давайте, пусть готовится. Будет епископ, мы все ему продадим. Вот. А здесь чего можем? Так, сыр, масло. Муки можем понаделать. Тесто. Вот, кстати, сдобное тесто. Да, нужно молоко и яйцо. О, квашеная капуста. 30 дает, да? 30. А морковные, простите, котлетки. Сейчас мы глянем. 15. О, так надо квашеную капусту делать. И, кстати, может быть, ее можно будет продать. Медленный метаболизм. Все временные эффекты дольше активны. О, это вообще классно. Давайте же сделаем на всю соль. Вот сколько соли есть, все сделаем. 21 квашеную капусту. Нормально. Сейчас поработаем, как раз спать нужно будет. Не буду ее пока кушать. Попробую, если ее продавать дорого, то если возьмет наш харадрик, то отлично тогда. Чего? Будем сами... Ну, в смысле, будем продавать тогда. А если не возьмет, будем сами кушать. Так, тут я вроде бы все выложила. Надо только пчел и мотыльков выложить. И будет гемахт. Кстати. Тут создаем. Потом все будем отсюда забирать. Так, что, цветочки пусть пока тут будут. Торф, пчелки тоже. Сколько у меня? Две пчелы, надо 10. Окей. Вот мед я еще забыла выложить. Но я этим сейчас займусь. Обязательно займусь. И еще до наступления темноты я, знаете, что сделаю? Я, по-моему, могу уже разблокировать. Где? Не здесь. Где? Вот ты где? Металл. А мне надо строительство, по-моему, да. Вот. Могу полированный камень. Я насобирала всего, что нужно. Разблокируем. Все, камнетесная мастерская второго уровня нам теперь доступна. Давайте посмотрим, что там можно. Что нужно, точнее. О, вот и постоялец пришел. Все, классно. Замечательно. Так, нам нужен зомбик. Поэтому... А что я сюда? Я сюда ж не могу войти. Ой, балда. А сюда могу? А, сюда могу, да. Все нормально, я не балда. Так, стопроцентный. Сейчас мы сразу... Оп. Давай. Вот это забираем у тебя. Блин, сейчас мне не хватит. Но я покушаю. Сразу прям так покушаю. Дальше. А, чего еще? Вот это тоже забираем у тебя. Да-да-да. Так, и один еще остался. Что-то еще ребята говорили. Вот я не помню, что. Что-то можно забрать, чтобы
полностью, чтобы либо убрать его, либо в белый превратить. Ну, давайте кость заберем. Сейчас проверим. Не знаю, сработает, не сработает. Что-то не помню. Ага. Нифига, не... Да, кость, короче, ничего не дает. Блин, а что бы сделать, чтобы у тебя вот это вот убрать? Может, черепушку забрать? Ну, череп, наверное, нет. Кожи точно нет. Так, вот остальное рандомно, да? Ну, давайте мозг попробуем забрать. Нам он как раз нужен там на всякие эссенции. О, нормально, все. Пятизвездочный зомбик. Так, забираем. Ты мне подойдешь, пожалуй. Положить. Так, нужно что? О, 10 веры и один экстракт зомби. По-моему, у нас экстракт есть. А вот с верой я что-то не удо... Нет, это не уверена. Вот. Сейчас мы проверим, сколько там осталось-то веры. Блин, 7. 7 веры. Но мы заберем. У нас сейчас скоро будет вот этот день. Мы насобираем обязательно. Так, а экстракт вот здесь у нас, по-моему, есть. Надо там полочку поставить, чтобы не бегать. Да, экстракт зомби есть у нас один. Замечательно. Да, подождите, стоп, спустись. Так. Подожди, вот сюда мы тебе положим вот это и вот это. А кровь надо было там, где экстракт взяли, положить на место. Так вот, все нормально. Ну, подожди. Так, я надеюсь, он там не пропадет. Надо, давайте пока стеллаж тогда сделаем. Вроде не должен. Так, что нам нужно? Нам нужно... Вот надо, кстати, палету холодильник построить. И вот стеллаж. Давайте это и сделаем. Так, что нам для этого нужно? Так, значит, для стеллажа 8 досок, 6 гвоздей, 2 балки. И для холодильника 12 досок, 12 гвоздей, 5 сложных деталей. Значит, итого нам нужно 20 досок, 18 гвоздей, 5 деталей и 2 балки. Окей, пойдемте. Пойдемте, сделаем это. Так, не сюда. А я чего? Я через улицу пройду, так мне кажется, ближе будет. Вот так вот. Опять я не поспала, ну ладно. Но очень уже надо. Надобно очень, да. Так, доски. Доски нужно. Досок 20, да, нам. Ты, доска 4. Надо еще 16 досок. Сейчас мы напилим. Так. Ну, вот так придется. Что делать-то? Пусть будет больше, больше не меньше. Сейчас заодно еще красных шариков насобираем, а то мы потратились. Так, что там у нас? Покушать надо. Раз, два, три, четыре. Нормально. Давай. Ой, нет. Так, все. Дальше. Гвоздей нам надо 18 штук. Сейчас посмотрим, сколько есть. 5. Собираем 5. Еще 13 надо. Математика. О, блин, у меня нет железного слитка. Вот это да. Так, железный слиток. Вот. Делаем, делаем, делаем. Так, пусть делается. Мы пойдем немножечко поспим. Хлебушек. Сюда. Чуть-чуточку как раз поспим. Полночки. И здоровье восстановится, и силы восстановятся. Все, ты выспался, ты молодец. Хлебушек забираем. Так, интересно, там выплавился хотя бы один слиточек-то? Ничего не выплавилось. О, печаль, беда, огорчение. Ну, ему чуть-чуть осталось. Так, что мы можем еще сделать? Нам, кстати, ослу. А, подождите, сейчас какой день? Не тот день. Ослу там надо было вот сделать, установить ящик для контрабанды. Давайте мы как раз, по-моему, можем это сделать. Давайте сделаем этот ящик уж.
Раз тут только молоточком постучать, все равно слиток ждем. Оп. Есть. Сделать и отправить книгу рецептов через... Че, подожди, я не дочитала. Где-то там осел. Сделать и отправить книгу рецептов через ящик для контрабанды. Как делать книгу рецептов, мне пока непонятно. Отправить 5 красных яблок через ящик для контрабанды. А, вот. 5 красных... Поваренная книга. Для этого нужна книга рецептов. Угу. Так, ну давайте яблочки-то чё? Чё? Яблочки у нас там где-то были. Сейчас, если только сталь не сделалась. А, сделалась. А, все, осел. Подождешь, значит. У нас тут есть дела поважнее, чем яблоки-то таскать. Так, мне нужно. Сколько у меня там деталей-то? Ну, точнее, гвоздей. 5 гвоздей, а мне нужно гвоздей 18, да? 13 гвоздей. Вот так вот. Тоже побольше сразу. Накуем. Так, доски есть, гвозди есть. Так, 2 балки и 5 сложных деталей. 2 балки. Нет, у меня тут вообще ни одной балки. О, блин. Так, вот. Нормально. Сейчас будет. Так, балки есть. И теперь 5 сложных деталей. Вы какие сложные? 3. Забираем. А надо 5, еще 2. Вон ты куда? Так, все, поехали. Все, класс. Теперь мы можем сделать нам холодильник. Так, во-первых, стеллаж. Давай стеллаж. О, а я... Блин. А, могу. Да, подожди, я вот сюда могу. А, я тебя поворачивать не могу, да? Вот фигня. Блин, ну чё он так будет стоять? Мне так не нравится, как он будет так стоять. Холодильник я здесь хотела поставить. Вот, блин. Ну вот, ну ладно. Как-то он просто так, как будто... Ладно, все, пусть тут будет. И холодильник. Вот холодильник. А ты поворачиваешься, друг мой сердечный? Вот ты поворачиваешься. Вот так вот хочу. Пусть здесь холодильник будет. Нет, вот здесь. Все, нормально. Так, теперь давайте построим. Ну да, что-то он как-то будет, как, да, посередине стоять. Ну ладно уже. Если бы этого не было, можно было бы поближе к стене. К стене бы. Ну да, блин, теперь у нас стеллаж в центре комнаты. О, бесит, жалко, что сюда. Надо было сюда, конечно, куда-нибудь впендюрить. Нет, я так это не оставлю. Сейчас я холодильник построю, запихну туда нашего будущего зомбика. Пусть там прохлаждается. А мы переставим стеллаж. Ну да, то он уже вон вообще. Блин, 4, а был 5-звездочный. Вот фигня фигневая. Ну ладно, лежи здесь. Так, а это я сейчас уберу. Я не хочу, чтобы он тут был. Вот это хочу убрать, все. Так, давай, пойдем уберем. Интересно, что мне вернется? Смогу я что-нибудь построить? Стеллаж, да, могу, отлично. Так, берем стеллаж. И он, да, точно не поворачивается. Давайте, может, сюда его и влепим. А что здесь еще может быть у нас? Так, подождите. Столы, столы. Просто палета. Да не хочу я просто палету. Стол воскрешения. Да, все нормально. Пусть стеллаж здесь будет. Все, мне нравится. Все, точно. Определились. Класс. Что тебе? А, энергии тебе не хватает. На, покушай. Все, замечательно. Так, чего я сюда? Вот это могу и вот это положить. Здорово. Так, теперь вернемся. Можем, пока еще не очень темно, сейчас можем яблок насобирать. Там 5 штучек, да, надо положить этому ослу, козлу. И поспать. И как раз у нас будет день проповеди. Мы насобираем веры, и появится у нас первый зомбик. Замечательно. Так.
Где у нас там? Давайте посмотрим, есть ли у нас там яблочки вообще. Сколько тут? О, три яблочка, еще два надо, нормально. Так, сейчас мы вот это уберем. Сюда хлебушек. Что мы еще можем сделать? Грибочки можем запечь. Угу, можем, да, пусть пекутся. Так, пойдемте два яблочка найдем. Я даже примерно знаю. Кстати, можно же нам тоже яблочки посадить. А что нужно, чтобы яблочки посадить? Ага. Саженец нужен. Понимаю. Логично все, да. У меня нет саженца. Слушайте, а тут, наверное, далеко пехать. Не пойду я уж за яблоками. Я лучше посплю. Потом будем там где-нибудь у Харадрика. Там и соберем. Вот еще. Вот это я лучше соберу. Так, все, спим. И сейчас... О, сейчас хлеб продадим епископу. Точно. Грибочки эти. Хлеб забираем. Весь прям, вообще весь. Это, кстати, можно тоже забрать. У меня подзаканчивается. Так, что-нибудь сюда закажем. Так, яблоки нет. Яичница, яйцо нет. Тут у нас тоже ничего нет. Мясо, прости тебе. Так, вот кусочки свеклы можно сделать, да? О, овощной суп-пюре. А сколько ты даешь? Сколько ты даешь? Почему не горят? А, у меня нет ничего. Ну и ладно. Кстати, ай, молока нет. Разогналась. Хотела сказать, молочный суп с грибами можно. Нельзя. Так, могу только кусочки свеклы сделать, да? Так, а тут... Ага. Кстати, сдобное тесто надо будет все-таки сделать. Ну, давайте нажарим. А что так мало-то? Огня надо. Надо прям... Дай огня. Так вот. А теперь... Вот теперь свекла. Все, поехали, готовься. А, так, мы чего? Хлеб взяли, молодцы. Идем проповедь проводить. Тень какая-то странная. Так, берем вот сюда. Там епископ тоже пришел, интересно, нет? Могу я? Могу, могу. Да, уже могу. Все, поехали. Давайте капюшончики. Я вам речь приготовила. Вот уже 4, 5 сразу прям так. По-моему, обычно они 4 бросали. Ну, либо мне кажется. А, ну да, всего 7. Все. Угу, больше не положили. О, сколько вас много. Надо еще церковь улучшить, тогда еще будет больше. И молитву классную надо. Так, сейчас дождемся, когда онлайн-отчисление закончится. Все, все. Ну, спасибо. Сколько у меня? О, уже 55 серебряных. Нормально. Сейчас будет еще больше. Привет, епископ. Давай с тобой поторгуем. Вон тебе хлебушка. Смотри, о, на целый серебряный. Так, а у тебя тоже обычная, да, молитва? Я не могу. Необходимо, чтобы... Так, а почему я... Сейчас, ладно, продать. А почему я эти не могу? Да, не понятно, что вы... Эффект. А чё не могу купить? Почему у тебя? У тебя их просто нет, да, в наличии? Ах ты, блин. Ну ладно, мог бы и написать для меня. Так, у нас есть вера. И мы сейчас сделаем зомби. Да, теперь вера надо и на исследование, и на зомби. Обалдеть. Нужно улучшать церковь. Нам нужно больше веры. Так, вот это вот сюда мы тебя положим. О, кстати, я забыла выложить молитву, ладно. Так, забрать, все. Давай. Вот. Так от чего? Воскресить невозможно, тело испортилось. Но твою дивизию профукала. А такой хороший был. Ладно, давайте его сожжем. Вот, блин. Так, а чё мне этот не несёт? Там морковка есть ещё. Обидно, обидно. Досадно, ну ладно. Сейчас. Сразу понаставлю. Вот
прям на все. Гуляй на все. Вот это я расстроилась, конечно. Печаль, беда, опять свежего ждать. Погреюсь у костра. А я пока вот это поделаю. Чтобы сразу все готово было. И как раз пока горит огонь, мы 4 сколотили. Вот так вот. Готово. Блин, что-то осел не едет. Когда он нужен, вечно его не дождешься. Так, вот это вот мы сюда. Да, положим. Где, где, куда, чего? Что я положить-то хотела? Вот это я хотела положить. Остальное все вниз. У подвал. Да, обидно. Так. Соль с собой заберу. Пепел здесь оставлю. Пепел тут нужен. Давай, пепел сюда. Да, соль еще есть, но я ее заберу туда. Для квашеной капусточки. Так, ладно. Мы ждем зомбика. Тогда можно, в принципе, установить... А, точно. Мы же изучили возможность камни полировать. Так что давайте наполируем. Сейчас посмотрим, что нам... Подожди, не сюда я залезла. Вот сюда. Да что ж ты мне котлеты? Я вас только выложу, а не опять. Так, посмотрим сейчас, что нам нужно для того, чтобы не сюда заглянуть. Для того, чтобы построить... что мы там открыли? Вот, столярный верстак второго... А, нет, камнетесная мастерская второго уровня. Сейчас мы посмотрим, можем ли мы ее улучшить, чтобы не ставить новую... Вообще новую можно было бы сюда, кстати, поставить. О, а чё, прям все что ли? Я типа и так уже умею. А ты любопытно? Ну ладно. Так, полировочная паста мне нужна и кусок камня. Угу. Полировочная паста. Так, а сколько нам? А как делается полировочная паста? Простите. А сейчас, по-моему, ты делаешься. А, либо, стоп. Либо нужна стамеска. О, а стамеску я где-то видела, видела. И пасту тоже видела. По-моему, вот здесь, нет? Нет, керамическая миска. Так, стамеска. Нет. Да точно где-то видела. Хм. Давайте посмотрим, где у нас... Так, стоп. Ну, вот здесь точно вряд ли, что, правильно? Правильно, правильно. Так, вот здесь что можно... Нет, 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 тут нельзя. Ничего нельзя. Тут мы проверили, да, да. Ну да, точно ничего нельзя. Так, ладно. Вот здесь нет. Наверное, где-то надо сейчас посмотреть. Может, она у меня даже не разблокирована. А, вот, полировочная паста. Я же помню, где-то... О, тут масло нужно. Так, значит, проще сделать стамеску. А, вот, могу, да. Умею, практикую. Так, две детальки. Надо детальки. Сейчас мы сделаем две детальки. Простые. Даже пять сделаем. Чё бы нет-то. Так, сразу тебя положим, чтобы остатки с собой не таскать. И давай пасту. Ой, не сюда. Простите, извините. Так, о, у нас как раз есть... Интересно, каждый раз надо прям стамеску? Так, и чего могу? Вот, полировочный камень. Надеюсь, стамеска один раз нужна и навсегда. Так. Да, вернулась ко мне, родная моя. Хорошо. Так. Теперь вопрос на миллион. А, давайте поспим немножечко. Заберем наши... блюдо. Сейчас мы быстренько поспим и пойдем проверим, для чего нам нужен был этот полировочный камень. По-моему, для того, чтобы поставить алхимический...
мельницу, да, мельницу алхимическую, чтобы все нам там нужное делать. Так, ладно, на обратном пути вас выложим. Да. Потому что у нас есть мешалка. Для того, чтобы делать порошочки, нам нужна мельница. И тогда у нас будет графитовый порошок. И будет у нас, скажите мне, чернила, точно. Так, нужен еще один камень полированный. 6 бруса и 4 детали. Окей. Камень, 6 бруса, 4 детали. Сейчас все будет. Если я только не забуду. По-моему, у нас, кстати, камней нет. Но вот как раз для этого зомби и нужен. А нам все не привозят и не привозят. Прям бесит. Так, что там еще? Камень полированный, 6 бруса и 4 детали. Давайте сначала проверим 6 бруса. Есть брус? 4 бруса. Надо еще 2 бруса. Сейчас у нас будет 2 бруса. Тут брус нет. А тут не помню. Да. Надо. Блин, досок нет. Вот фигня. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас. А, вот как раз. О, можно отсюда напилить. Вот давайте отсюда сразу и напилим. Сколько у нас? 7 брус. Сейчас один лишний выложим, чтобы не таскаться. Так. Сюда есть. Так, 4 деталики, да, вроде, если я правильно помню. Где ты? Просто еще одна нужна. Одна деталька. Есть. Так, 4. Надеюсь, я правильно запомнила, а то будет обидно. Сейчас выложу половину. Так, и остался камень. Ой, надо нам добыть обычный камень. Чего же зомбиков не несут? Ну-ка. Да точно, нет никого. Пусто. И глухо. Так, где-то вот здесь вот по пути. Вот надо туда спуститься, там есть камни. А, и вот здесь, кстати, были вот. Да, вместе вот с ягодками тоже, кстати. Сейчас мы камни и ягодки все насобираем. И все, и мы вообще почти. Ой, нет, не надо рубить. И у нас будет почти все мощности для того, чтобы делать, да даже не почти, а все, чтобы делать всякие эликсиры, краски, чернила. И мы сейчас как пойдем там квесты все делать, выполнять. Здорово же. Так, пошлите. Пойдемте полировочный камень сделаем еще один. Где вот здесь ты делаешься? Давай. Со стамеской мне понравилось, чем эту пасту делать. О, и синие еще делают, дают шарики. О, прикольно. Так. Забрали. Шарики забрали. Сюда положили. А потом надо будет пойти Харадрику все продать. Все, теперь мы подготовлены, если я только ничего не забыла. А я могу, да. Так, вот сюда. Давай. Мельница. Все, будет у нас мельница. Так, куда тебя поставить? Ты разворачиваешься? О, разворачивается. А сюда не помещается. Печалька. Так, и как? И тогда как? То есть ее, ну блин, здесь опять тоже посередине, вот это вот вообще тут проход будет закрыт, да? Как тут ходить-то тогда? Через верх? Не, я так не хочу. Мельница, пусть будет. Так как подожди. А так что меняется? А, типа, понятно. Ну вот так хочу. Все, вот здесь, вот в уголке будешь у нас стоять. Непонятно. А, тут даже так можно. Все нормально. Вот так посерединке. Все классно. Классно, прекрасно. Так, давай. А это нам надо было. Для чего? Кислоту нам надо было, да, сделать? Все, супер. Так, ну и давайте посмотрим. О! Ну вот, как всегда. Только я хотела заняться производством кислоты для этого нашего, скажите мне, звездочета, чтобы поговорить с ним про вампиров. И тут же,
Осел. Так, опять три, да? Но это мы помним. Забрали. Раз, два. Просто я боюсь, сейчас не получится у нас так же хорошо, как в первый раз. Так, кость ничего, по-моему, не дает. Мы ее заберем, вдруг понадобится. И, ну, мозг. Давайте попробуем. Эх, а если не получится, вот это будет... А что у меня? Господи. Так, ешь, ешь, тебе очень надо. Вроде да. Блин, только 4 теперь. Ну ладно, зато он свежий. Вот печаль, беда, огорчение. Так, давай, воскрешай. Класс. Теперь у нас есть еще один, и мы его... Так, куда мы его? Мы его на карьер, естественно. Нам нужен камень. А я могу с тобой вот так сделать. О, смотри, как мы быстро. Так, ты кто? По станции нет. Мы тебя не так. Ты будешь у нас добывать камень. Вот ты, по-моему, правый, да? Камень добывает, я не помню. Так, все, пусть добывает. А мы сейчас захватим бревно. И, да, пойдем пешком. Я понял. Ну ладно. Я же тут пройду, вроде, вроде пройду. Да, пройду. Надо вот здесь пройти. Там пчелки. Стоп, нам же надо пчелок, кстати, собирать для ульев. Вдруг вывалится одна. Нет, не вывалилось. Ну и ладно. Подумаешь, что же. О, так, вот этого товарища надо. А, кстати, а у нас там по... О, мыши проснулись. Сейчас, ну давай. А, ты чё на мою территорию заходишь? Ты. Ля какая. Ну, на тебе, на тебе, на тебе. Зашла на мою территорию, еще кусается. Я вообще, а ты чё меня не защищаешь, стоишь? Ну, блин. Только и можешь что грузы носить. Так, а я вот так вот сделаю, понятно? Ха-ха, не успела. Так, положу пока его сюда, а то он сейчас там все заполнит. Так, ну отлично. Слушайте, мы... Что мы? Мы сделали наш карьер у нас, запустили его в работу. Мы сделали эту мельницу. Да, у нас морковка-то осталась. Морковки не осталось. У нас, кстати. О, а я всю морковку потратила. А у нас еще есть, ха-ха. Вот. И теперь мы можем мешать, колотить, и у нас, скорее всего, будет кислота. Я думаю, что на этом мы сегодня остановимся. Мы прекрасно поработали. И в следующей серии тогда займемся производством кислоты, чтобы наконец продвинуться в поисках вампира. И сможем, наверное, сделать уже чернила. И попробуем пополнять еще какие-нибудь квесты текущие. Может быть, со слом тоже поработаем. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте переходить в описание видоса. Там есть все ссылочки, где можно еще меня найти. Всем пока-пока.